Всем привет, народ! Принесли мне на ремонт такую вот подводную камеру фишфиндера, камера. Человек купил на Алике, один раз попользовался и перестала она у него показывать. 2 года валялась в гараже. Вот он нашел мое объявление, купил мою камеру, а эту дал как бы на ремонт. Попробуем сделать. То есть просто черный экран, ничего не показывает. До этого включал, просто рябь какая-то была. Ну, походу, что-то с самой камерой. Надо разбирать. Весь прикол в том, что по двум проводам здесь идет все. То есть, я так понимаю, минус, плюс. И видеовыход как бы идет по плюсу. Вот они, вот эти два проводка от разъема идут на плат. Вот видео минус, видео плюс. И здесь какая-то такая еще хитрая платка припаяна. Не знаю. Наверное, которая как раз преобразует уже, выделяет из вот этого провода видеосигнал. Попробуем разобраться. Либо в топку это все дело. Так, ну что, народ. Отпаял я вот эту вот платку, которая вот здесь была на этом месте припаяна. Так, где пинцет? На нее заходили 4 контакта. Вот, 1, 2, 3, 4. Вот этот контакт шел с видео плюс. Вот он сюда и сюда идет. Потом земля, питание. И вот это какой-то выход шел. Выход идет на конденсатор. Так. Здесь у нас питание померил, да, 9 вольт было. Подцепил я камеру бабочку, получается, минус на минус, плюс на видео плюс. А вот это вот, получается, с этой платки шел видеовыход уже дальше, как бы, схема на монитор. И вот таким вот образом видеовыход с камеры запаял. Ну-ка, фокусируйся. Вот на эту вот ножку. И смотрите, что вышло. Включаем камеру. Все. Все работает, все окей. Получается, вот эта плата, она разделяет видеосигнал с питанием. То есть у камеры фантомное питание. Это когда по одному проводу идет сразу и сигнал, и питание. И вот это не что иное, как какой-то фильтр. Получается, ее я сейчас выкидываю и запаиваю свою бабочку. Все, камера работоспособная получается. Вот у меня еще вот проводочки, это отдельно на подсветку идет. Сейчас попробуем подсветку включить еще. Вот видите, включил, выключил. Все. Даже подсветка работает. Ну, таким вот образом восстановил камеру. Потому что неизвестно, что тут. Либо вот в этой плате дело, либо в самой камере. Это заказывать камеру, а она придет, и один хрен может не заработать, если дело вот в этой платке. И что потом делать? Так что проще плату выкинуть и поставить бабочку. Это уже будет 100% рабочий вариант. И избавляемся от ненужного нам элемента. Единственное, еще преобразователь, наверное, поставлю сюда на 12 вольт на подсветку, потому что подсветка 12 вольтовая, 9 вольт она будет слабовато светить. Ну, кому понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Решил все-таки снять уже, что получилось в оконцове. Собрал я вот здесь, где был разъем, завел сюда провод. Воткнул сюда еще дополнительный выключатель со светодиодом. Это подсветка включается, выключается. Внутрь поставил преобразователь повышающий. Вот такой вот места для него хватило рядом с аккумулятором. И теперь получается, на вход через выключатель подается 3,7 вольта с аккумулятора, а на выходе 12 вольт на подсветку.
все дело работает. Вот, включается камера у нас. Вот она. Сейчас подсветку включу. Видите, светодиодики загорелись. Ну, тут еще оставил как бы возможность вот этот фоторезистор, то есть он в темноте сам включает светодиоды, если, естественно, питание включено. Ну, больше всего этот выключатель нужен, чтобы выключать подсветку, когда она не нужна. То есть фоторезистор этот уже включил подсветку, а она по сути не нужна. И тогда можно принудительно ее просто выключить. Ну вот, осталось только мотовило здесь сделать побольше, чтобы кабель этот намотать, потому что он толще, чем был родной. Но зато появилась функция выключения подсветки. Все, теперь ставьте уж пальцы вверх и подписывайтесь на канал.